привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, стаканчик, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. А енотка сейчас заходит, тоже поздоровайся. Привет. Да. Сегодня мы играем на очень страшной карте, это дом в большом лесу. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Она ушла куда-то? А, вот она, побежала. Она сзади. Еще одну поставим психичку. Побежала. На. Так, 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 так. Да, они, кстати, очень странно бегают, но она может ходить. Эй, слышь, она да может на расстоянии. Кровотечение у меня идет. Давайте проверим, до конца жизни мне истратится. Нет. Стоит. Давайте еще поставим вот этого вот. NPC лимит. Пацаны, держитесь. Я внутри дома буду с вами. Они не могут зайти вовнутрь дома. У нас тут этот... магический дом какой-то для этих... штуковин. Для этих монстров. Наставили всю мебель с дому. А они зайти не могут. Вы слышите, где он? Я его не вижу. Так, удалить. Ой, поджечь. Да, можно поджечь. Вот она стоит. Блин, да дайте пройти. Пацаны, подойди к ней. Она, кстати, странно себя ведет. Она стоит, стоит, стоит. Потом резко подходит и мочит. Видите, что она делает? Да. Вот еще один. Тут два монстра. Пацаны, пацаны, убегаем в лес. Или сыте. Все в доме тусуются. Я убежал в лес. Я тоже иду в лес. Только куда я бегу, я так и не понял. Я сейчас еще поставлю много штук. Ого! Ой. Я их поставил 12 штук по всей карте. Убегайте. А вот теперь выживание. Надо найти поляну. Вот, я буду на поляне. О, бежит, бежит, бежит за мной. Отлично. Теперь классное выживание у нас началось. Ночной режим подрубаем, чтобы лучше видеть. Я вдоль забора бегу. Он за мной? Он за мной, он за мной, он за мной. Давайте бы и не хопить, потому что у меня замочит. Я чувствую, что у меня жопа. Так, зачем я с дома убегал? Было в доме тусоваться. Пацаны, вы где? Никого нету. Они сзади меня все бегут. Все, я живой, я живой. Вроде никого нету. Так стрёмно в лесу, и ты знаешь, что куча монстров еще бегает. Никого нету? Отлично, стоим. Идемте в дом. Я знаю, что где-то тут должен быть дом. Не иди к дому, лучше. Да? Там жопа вообще? Там вот эти крейзи-раннеры задержали. Они, короче, там тусуются. Захватили наш дом. Слышу, слышу, как кто-то их фигачит. Это меня что-то фигачит. По 5 урона. Да? Что-то мелкое? Ой, что у меня жизни тратится? На меня книга смотрит, вонючая. 55 жизни осталось. Смотрит, смотрит на меня книга. Я сейчас умру. Тупо смотрит. Через какое-то расстояние. Ого, что тут творится? Ха-ха-ха. Сыте? Они орут тут. Слышь, на картину, попей. Так. Ой, я слышу, как они бензопилой бегут. Хорошо, давайте мы сделаем вообще жестче выживание. Хочу, чтобы прям как хоррор был. Мы сейчас очищаем карту. Я буду внутри дома. О, дождь пошел сильный. Сейчас, короче, оставлю кучу монстров и залетаю во внутрь дома. Двери не открывайте. Давайте посмотрим, как они будут проникать вовнутрь. Ого! Они меня не видят, и у меня 5 хп. Их, короче, на улице 20 штук. Выходите, кто хочет... Короче, надо выйти дров взять на улице. Кто пойдет? Иди. Прощай. Плохо ты двери не закрываешь за собой, стрёмно. Пошел. Ого, ты бегаешь там. Там чувак, видел, лазит вверх ногами? Осторожно. Вот он смотрит на нас. Вот это класс. Смотрите, они тупо, если выглянуть в любое окно, они везде есть, эти монстры.
Там этот убил. Он на меня посмотрел и замочил меня. Ой, я в лесу. Теперь бы вовнутрь попасть. Ого, их тут сколько. Ой! Ах ты жопа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лечу вовнутрь сразу. Не стекла ломают. Да? А, это самоубийцы стоят. Он стреляет, пока нет. Дайте в голову стрельну. И босс стоит здесь. Ой, где активировал их заново всех. Вот это они орут. Че, пацаны, давайте, может, их будем мочить с пистолетов и пулеметов. Погнали. Охота открыта на монстров. Пора их замочить всех. Убил, убил одного, отлично. Нет, не убил. Он показывает, чтобы лайк поставили. Так, давайте базуку возьмем. О, граната, на. Четко попал, прям в него. Во, четко. Ого, меня аж оглушило. Вон еще один монстр. Ой, пацаны, граната в доме. Слышу, попадает через окно в меня. На. Прям под ноги бросил. Как же он попадает по мне? Обороняемся, пацаны, с дому. Давайте дверь удалим, она пока нам не нужна. Бензопилист, иди сюда. О, психичка побежала к нам в дом. О, енотка разошлась. Погиб, я погиб в бою. Ух ты. Там еще эта книга головы ходит, мочит нас всех. Если на улицу выйти, она меня смотрит. Стаканчик мочит. Я буду отсюда мочить, с умывальника. Ой, падаю. Я выхожу и несу. Вышел и не зассал, да? А тут убийцы монстров. А где дом? Во, пошел, пошел. На, голову себе прострелил. Да на тебе, дерьмо вонючее. Ого, вас тут. Ребята, в очередь. Ой. Так, иду, иду, иду. Сюда. Идем на крик. Ого, их тут. Ты чё не идешь? На этой карте надо, наверное, было прописать на вгенерать, хотя они ходят без проблем. Эй, пошел, пошел, псих. Пошел, пошел с бензопилой на меня. Чё, вот это все время... Ого. Я в дереве каком-то вонючем заспавнился. Иду на звуки. О, давайте я сейчас сделаю эпик. Это же спаунеры стоят, они все равно сейчас все умрут и заново появятся. Сейчас, 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 сейчас. Что-нибудь зажигательное, пацаны, хотите? Давай. Давайте, чтобы было очень красиво, да? Как говорится, делай красиво. Ой, это было не красиво, это было по башке. Все, сейчас будет тупо горящий лес. Убивай, дай. Ух ты, весь дом сгорел. Давайте посмотрим, останется черное после него или нет. Нет, все целое. Ну, очень много дыма. И хитрый то, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и всем пока!